Всем привет из Франции, мои самые наилучшие пожелания. Рада вас видеть на канале Лилия Франс. Сегодня просто превосходный, теплый, солнечный день. И мы решили выбраться всей семьей и прогуляться. Вот такая у нас зима с вот такими вот красивыми кактусами и пальмами. Как здесь целая дорожка идет. Он возвышается туда. Вот так вот, как они были посажены, или это они уже сами так разрослись. Здесь вот их целая плантация этих кактусов. С вот этой стороны виноградники. Нужно посмотреть. Мы приехали в такую деревеньку. В общем, она на карте значится одной из самых красивых во Франции. И я не помню, не посмотрела, какое у нее название. В общем, здесь очень старые дома. Розмаринчик растет. И я думаю, будет интересно прогуляться не только нам, но и вам. Видите, боже, какие окна. Я сейчас уже, будьте готовы, я как всегда буду восклицать, как красиво, как замечательно, потому что я очень люблю все такое старинное. И для меня, как я уже неоднократно говорила, намного интереснее прогуляться именно улочками вот таких вот небольших деревенек, чем ехать в столицу или в какой-то большой. Мы только что встретили очень такого доброжелательного мужчину, который, ой, красивая клумба какая, который нам немножко рассказал про вот эту вот небольшую деревню. В общем, здесь постройки. Вообще вот эти все дома в основном были построены с 17 века и по 19 век. Я не знаю, здесь, наверное, частная собственность. Там двери еще все. Какое сейчас, может, нас еще и выгонят отсюда. А нет. Вот такие вот дворы. Какой вид красивый. Да, везде, вот видите, как кактусы. Очень красивые старинные дома. Осторожно, Миленушка. А, да, и вот здесь все, это уже частная собственность, написано «Привы». Сюда уже, наверное, нельзя идти. Ладно, сейчас будем возвращаться. Миленочка, пойдем, пойдем, солнышко. Очень, конечно, красиво. Я вот искренне так, без всякого какого-то такого черного чувства, вот завидую белой завистью людям, которые имеют возможность жить в таких местах. Ну, как бы это не слишком какое-то сверхтуристическое место, но в то же время ты живешь и чувствуешь вот эту вот эпоху, дух всего вот этого. Спасибо, тоже. Табличка с названием улицы. Улица Шато-Ду. Это улица водного замка, если дословно переводить. Не могу передать, насколько я рада. Представляете, так вовремя мы вернулись домой, подходим к воротам, и возле нас стоит почтовая машина, и почтальон уже начала писать «Дави пассажи». Это когда выдается вот такой вот информационный, ну как билет, наверное, как он называется, или информационное письмо, ну в общем, квитанция о том, что нас не было дома, и что почтальон был такого-то числа в такое-то время, и потом ставится дата, где вы можете забрать, дата и адрес, где вы можете забрать вашу посылку. В общем, одной морокой меньше, не нужно мне потом ехать будет на почту. И свою посылочку я получила сегодня. Это заказ с сайта Romvi, и очень красивое платье, и не менее красивая сумочка. Сейчас я все распакую и покажу. Вот смотрите, какая сумочка. Вообще, я даже, честно скажу, не ожидала. Прекрасное качество. Это кожзам и строчка. В общем, я читала. Вы меня частенько просили, Лиля, одежда одеждой, но хочется еще кое-что посмотреть другое. В общем, в этот раз я заказала сумку. Платье, конечно, тоже заказала, но без этого никак. Так, девочки, рассматривайте. Так, как она открывается? Что я ее сама только достала, еще не открывала. А, наверное, вот таким вот образом. Да, одной рукой не получилось. Нажимаете на вот эти вот штучки.
И открываете. Ой, внутри. О, какая она красная, красивая. Так, девочки. В общем, смотрим внимательно на все строчки, на все гвоздики, на все заклепочки, застежечки. Я смотрела, в общем, я же заказываю на сайте для французов и читаю комментарии. И такие были прекрасные отзывы. Там очень много было комментариев. И все женщины, девушки написали, что качество сумки просто великолепное. Так, что здесь есть? Внутренний карман. Бумажина. Ну, сейчас я бумагу вытащу. Все, вытащила я бумагу. Смотрите, одно большое отделение, второе. Ой, там еще и что у нас? Ее еще есть вот такая вот кожаная ручка. А, это сама ручка спрятана была. Понятно. Это ручка. В общем, она на металлическом таком ремне. И вот здесь вот идет вставочка. Смотрите, как все сделано. Все упаковано. Так, затем и вот здесь вот еще небольшое отделение, потайное вот это отделение. Ну, в общем, сумочка очень симпатичная. Сделана качественно. Смотрите, какая у нее форма. Сейчас я ее постараюсь со всех сторон показать. В общем, небольшая, не маленькая. Размеры вы можете почитать, посмотреть на сайте. Ссылку я оставлю как на сумку, так и на платье. Еще, девочки, хочу вас порадовать. В этот раз при заказе на 55 евро, если вы являетесь моим подписчиком, подписчиком канала Лилия Франс, то вы можете использовать мой персональный код, который вам даст скидку на 5 долларов. В общем, на 55 долларов покупаете, 5 долларов скидка для подписчиков канала Лилия Франс. Так, ну и ну, сумка классная. Ничего, а ну что здесь? Этикетка не написана, ничего нет. Только значок стоит. В общем, пришла она вот в таком вот пакете, в таком мешочке. И еще был такой вот целлофановый пакет. Как видите, ну, куча бумаги, килограмм бумаги, но это всегда укладывается, чтобы сумка форму держала. Качество очень хорошее, девочки. Я довольна, довольна. Даже не ожидала. Ну, покажу сумку без всякой бумаги, без упаковок, без лишних деталей, чтобы вы могли видеть. Такая классическая модель с прострочечкой. Вот такая вот у нее ширина. И вот так вот выглядит сумочка сзади. Симпатюлька, просто симпатюлька. Девочки, как из той поговорки, когда готовят сани летом, так и я. В феврале месяце, но уже задумываюсь о своей летней одежде. Так, в этот раз я заказала вот такой вот сарафанчик. В принципе, думала, что это у меня будет такой пляжный вариант. Но наяву он оказался намного симпатичнее, чем на модели, на фото на сайте. Внутри идет подкладочка. Ткань легкая, светящаяся, но из-за того, что есть здесь вот подкладка, его можно смело носить. И я думаю, что спинка как оригинально сделана. Вырез что там треугольничком, тоненькие вот эти вот бретельки. И смотрится очень красиво. Цвет такой насыщенный, темно-темно-синий, практически черный. Если, я думаю, так добавить какие-то украшения, то смело можно будет вечером или в ресторан куда-то собраться, или в гости. В общем, для лета платьица, сарафанчик очень симпатичный. Длина идет до середины колена. Как видите, спереди и сзади удлинен. И бока укорочены. В общем, заказом я довольна. Качество хорошее. Смотрите, все сделано аккуратно. Не знаю, то ли я умею так выбирать вещи, то ли мне везет, то ли... Ну, конечно, надеюсь, что действительно не только там те вещи, которые я заказываю, а практически все вещи хорошего качества. У меня нарекания очень редко бывают. Так, ну давайте эту строчку хорошая-хорошая показать. Наглядно не показала. Вон, смотрите. Очень все аккуратненько.
нигде нитки не торчат. И здесь тоже все обработано очень хорошо. Так что, девочки, если вы любите летом выглядеть красиво и чтобы вам было не жарко, вполне могу рекомендовать вот такой вот сарафанчик. Девочки, я думаю, что большинство из вас сейчас со мной согласятся. Вернулись мы с прогулки, и обычно, когда мы подъезжаем, то ставим машину на стоянке, и потом идем пешком домой. У нас стоянка в 2 шагах от дома. И сегодня муж, так я смотрю, заворачивает. Я говорю, а что ты нас им под дом? Он, да ничего, с Миленочкой устали. Говорю, да ничего мы не устали, погода классная. Он, не-не-не-не-не, давайте домой, я, значит, поставлю машину на стоянку и приду. Ну и приду, и приду. Жду я 5 минут, нет, 10 минут, нет, 20 минут, нет. Уже начинаю волноваться. Думаю, только бы ничего не случилось. И что вы думаете? Мой вот любимый супруг, оказывается, ездил покупать цветы. День Святого Валентина, говорит. Я говорю, что ты, я беспокоюсь, тебя нет и нет. А ты, значит, за цветами к флористу. Говорю, хоть бы смс прислал. Он говорит, так сюрприза ж тогда не будет. А вот то, что вот мы, женщины, волнуемся, ждем, переживаем, вот для них самое важное их мнение, их сюрприз. Но, тем не менее, мне очень приятно. Вот мои красавицы тоже решили сделать подарок на День Святого Валентина и расцвели. Ой, как же я люблю орхидеи. Настолько красивые цветы. Я не понимаю, почему раньше я их боялась заводить. И вот они у меня уже 3 года. И 3 года меня радуют своими красивыми вот такими вот цветами. Прелесть. У меня сегодня день такой бесконечный. Я уже и на курсах побывала, и на прогулку мы съездили. В общем, и сейчас продолжаю готовить праздничный ужин. Итак, я балда. Не смейтесь, но это так. Представляете, абсолютно забыла. У меня дело в том, что пеку муравейник. И забыла, у меня любят мак, когда внутри. И я забыла его туда положить. В общем, насыпала в крем. Даже не знаю, что будет. Ну, надеюсь, будет вкусно. Кстати, девчонки, сегодня он достала специально книжечку. Буду готовить видео про духовку свою. И сегодня я... Времени ж нет. И готовила сразу на шалёр турнанты. Он называется. Это когда можно готовить одновременно до 4 блюд. И сегодня у меня, он, видите, на 2 противнях я пекла свои коржи, чтобы быстрее получилось. Итак, достала. Будут у меня сегодня кальмары. Еще не знаю. Наверное, сейчас полезу в интернет, буду смотреть какой-то новый рецепт. Хотела их зафаршировать. В общем, это у меня замороженные были кальмарчики. Я их разморозила. В общем, я хозяйка еще та. Перед тем, как ехать на прогулку, я все достала. Вот это вот такие королевские креветки. Мы их будем готовить фламбе у пастис. Это когда заливаются пастисом и все это поджигается. Ну и на аперитивчик достала я, будут у нас вот такая вот закуска. Это кальмары в чернилах. И в чернилах. Ну да, в чернилах, каркатицы. И вот такие вот мидии. Так что буду сейчас что? Даже не знаю, как кальмары. Я их обычно фарширую. Рис туда добавляю, морепродукты разные. И морковь с луком обжариваю. И сегодня чего-то мне хочется. Ну, немножечко другого. Ладно, посмотрим. Что-нибудь, да, придумаю. Вот вначале планировала сделать обычный муравейник. Ну, обычную горку выложить. А потом решила, все-таки сегодня такой праздник сердечный. И сделала вот такой вот тортик в форме сердца. Так что вот такой у нас сегодня будет десерт. Милеша у нас там возмущается. В общем, ей уже хочется пробовать торт. А я говорю, нет, будем дожидаться папу. Так, ну что я приготовила? Это у меня вот такое вот сегодня ризотто с морепродуктами. Здесь у меня мидии, здесь у меня маленькие такие осьминожки и вот это вот морские гребешки. В общем, всего понемножечку. Затем по новому рецепту поджарила кальмары с луком и с чесноком.
получились очень вкусные, нежные, ну, супер, просто никогда не готовила. И вот это вот первый раз понравился мне рецепт. Что сейчас? Намажу маслом бутербродики, сделаю с икрой. И когда наш папа приедет с работы, то на гриле, на вот такой вот сковородке, в общем, выкладываются. У меня рецепт спрашивали, как готовит ваш муж. В общем, на гриль, на сковородку выкладываются вот эти вот кальмарчики вот таким вот образом на раскаленной сковороде. И обжариваются они с каждой стороны. Ну, они вот красные потом становятся. Сейчас вот они такие розоватые, а потом они такие, как только они меняют цвет. И затем перекладываются в отдельное блюдо, заливаются пастисом и поджигаются. Ну, в принципе, и все. Получается очень вкусно, вот такой вот анисовый вкус, и креветки с анисом, ну, на мой взгляд, хорошо сочетаются. Так, на сегодня я вас оставляю, буду завершать приготовление к ужину, он Милиночка у нас, и пойду приводить себя в порядок. Всем желаю прекрасного романтического настроения. Хорошего вечера и до новой встречи в моем новом видео. Пока-пока!